Добрый день. У нас на обзоре магнит односторонний Onyx Magnet, самый большой из односторонних магнитов F800. F800. Итак, у нас защитная пленка, она же этикетка на магните с обозначениями силы сцепления F800 кг. Onyx Magnet, торговая марка. Вот он у нас сам магнит. Тяжелый магнит для подъема крупных весов. Итак, у нас 12-й карабин с замком входит в комплект. 12 большой карабин. Римболт М10 усиленный. Итак, с гайкой и барашком для удобства фиксации, как всегда. Так, перчатки из двухслойной резины с латексным обливом входят в комплект. И шнур полиамидный, сверхпрочный, прочнее его только кевларовый. Данные шнуры у нас официально в магазине, вот сегодня 5 апреля 2023 года, стоят у нас 400 гривен. Этот шнур входит в подарок, то есть входит в набор. У нас все магниты продаются с наборами, то есть наборы поисковым магнитам входят в стоимость. Итак, 25 метров, 8 мм толщины и тонна на разрыв. Так, календарик с нашими сайтами, где есть почта, телефоны и сеть магазинов наших, то есть на актуальный 2023 год. И копию сертификата качества мы обязательно кладем в посылку. В данном случае тут магнит снимается без коробки, так как под него нет коробки, он слишком тяжелый. Делается в упаковочном цеху специальный куб из пенопласта, чтобы магнит мог доехать до получателя. И давайте перемеряем и взвесим магнит, чтобы убедиться в том, что в Ониксе следят за параметрами, указанными на сайтах. Итак, магнит F800 односторонний, имеет диаметр 125 мм и высоту, толщину 28 мм. То есть 28 на 125, 125 на 28. И давайте взвесим магнит, можем подложить перчатки, мы это сделаем за тем, что чтобы не искажать показания на весах, так как очень большая глубина магнитного поля у данного магнита. Итак, сейчас нажмем тара. Нам нужно обнулить. Если нули есть, кладем магнит. Итак, чистый вес магнита 2689 грамм. 2 килограмма 690 грамм. Вот, 2 килограмма 690. Итак, F800 односторонний. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И удачных покупок. Будут еще видео.